Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Чем больше лайков, тем быстрее выйдет новый выпуск. В этом видео я покажу очень редкую монету 1 гривна нового образца, которую стоит искать в обороте. Я готов купить себе в коллекцию за 1500 гривен. Я вижу, как вам понравились конкурсы с розыгрышами монет. Я постараюсь проводить их почаще. Так что в этом выпуске я разыграю вот такую монету 1 гривна, покрытую золотом 999 пробы, и подарю кому-то из тех, кто напишет комментарий и будет подписан на мой канал. Просто поставьте лайк этому видео, как только наберется 1000 лайков, я ее разыграю. А итоги розыгрыша 5 гривен из прошлого выпуска будут в этом ролике. Если интересно, продолжайте смотреть. Как вы знаете, я регулярно покупаю монеты Украины на аукционе Виолити. Ссылочку на этот аукцион и на YouTube канал я оставлю в описании. Так вот, сейчас я покажу, какие монеты 1 гривна нового образца считаются редкими. А именно, редкими монетами Украины будут считаться монеты с ярко выраженным браком. Это могут быть непрочеканы. Вот перед вашими глазами 1 гривна 2019 года, которая была продана на аукционе Виолити за 410 гривен. И это не предел. Сейчас рынок браков на новые монеты 1 гривна, 2 гривны монетой и 5 гривен монетой еще формируется. Пока продаж не так и много. Да и коллекционеры не привыкли, только примиряются к этим монетам. У меня в коллекции есть непрочекан. Правда, это гривна старого образца. Вот так вот она выглядит. Подобные браки стоят определенно больше своего номинала. И нужно проверить, не попались ли они вам. Продать их можно на Виолити или коллекционеру напрямую, например, мне. Вот такая редкая монета, 1 гривна 2018 года, была выставлена на продажу на Виолити в ноябре прошлого года. И она не достигла резервной цены. Возможно, продавец хотел за нее гораздо больше, чем было предложено на аукционе. А в чем же ценность этой монеты, спросите вы? На аверсе монеты виден реверс. Частично видна голова князя Владимира Великого, а на реверсе монеты видно аверс, а именно номинал единица, название страны Украина и обозначение валюты гривня. А мелкие рисунки аверса совсем слабо выражены. Такое ощущение, что на монете сделали еще раз чеканку. Она каким-то образом попала второй раз. Возможно, это случайный брак, ну, возможно, иначе. И стоит больше 1000 гривен, так что стоит пересмотреть, что вам дали на сдачу. Судя по этим фотографиям, могут встречаться монеты из неродного металла. Как я знаю, заготовки поставлялись из-за границы, и, возможно, были какие-то перепутки. Забавный момент. Наверняка иностранцы, получившие сдачу в обычном киоске, не всегда понимают, где их дурят. Еще раз покажу монету, которая у меня есть в коллекции. Она попалась просто на сдачу одному из моих подписчиков, и я купил ее у него. Так что если вам попался интересный непрочекан, например, монета нового образца или какой-то брак, напишите мне, я готов купить для своей коллекции. Ну что ж, друзья, я показал вам монеты, на которые стоит обращать ваше внимание. Еще хотел показать вам вот такую монету, 1 гривня. Я ее купил специально для этого обзора, потому что не смог удержаться. Довольно интересная, по размеру она как порошковая 1 гривна. На аверсе написано, что это пробная монета периода разработки монет 92 года. Но понятное дело, что это не оригинальная и просто сделана ради забавы. Но довольно интересно, тяжеленькая. По размеру она как 1 гривна 92 года, порошковая гривна. Вот такая вот интересная, необычная монетка. Ну что ж, давайте переходить к розыгрышу, а в конце видео я расскажу, как получить монету 1 гривна, покрытую золотом. Досмотрите до конца. Для участия в розыгрыше достаточно было посмотреть видео, поставить лайк, быть подписчиком основного канала и канала Money Academy, и написать любой комментарий. Количество комментариев не ограничено. Сейчас у нас мы выберем случайным образом с помощью сервиса Lisa On Air. Я копирую ссылочку на видео и вставляю его в этот сервис, он проанализирует. Вот у нас 845 комментариев, очень, кстати, мало, было больше 3000 в прошлом видео, в прошлом розыгрыше. Здесь шансы, ну, очень большие выиграть вот такую замечательную красивую монету 5 гривен, которую ребята из компании «Золотой слой» мне сделали, покрыли золотом 999 пробы. Вот, мы сейчас узнаем. Главное, чтобы подписчик был подписан на оба канала и подписки были открыты. Это самое главное условие. И в будущем также я буду проводить подобные конкурсы, так что будьте внимательны. Ну что ж,
Мне повезет, погнали. У нас идет анализ комментариев, которые были оставлены. 845 – это очень мало, так что шансы довольно большие. Может быть, кто-то написал не один комментарий. Посмотрим. И потом мы в ручном режиме проверим, подписан ли человек на канал Money Academy. Надеюсь, все будет быстро, и сразу мы с первого раза найдем счастливого обладателя подарка. 22 человека сейчас у нас в эфире в Instagram. Ну что, так вам видно, ребята? Вроде видно. Кофейка попили, а вот монетку не дали. Николай, смотрите, мы сейчас видим, что человек выиграл в одном формате, но сейчас нужно проверить, подписан ли он на второй канал. Действительно, у нас, кстати, розыгрыш был, еще я оставил несколько монет в кофейнях, и те, кто успел быстро приехать в кофейню «Кофеман», тот мог получить просто без какого-либо розыгрыша. Ну что, мы видим, у нас победитель Николай, и первым делом мы видим, что он подписан на основной канал, и мы видим, что он подписан на канал Money Academy сразу сходу. Друзья, ну что ж, я очень рад, что так быстро все прошло. Поздравляю Николая, монетка ваша, я вам отправлю ее. Пожалуйста, свяжитесь со мной. Спасибо, что досмотрели до этого момента. В этом видео тоже будет конкурс. Разыгрывать буду монету 1 гривна, покрытую золотом 999 пробы. Для участия просто напишите комментарий и будьте подписчиком моего основного канала, где вы смотрите это видео, и второго канала Money Academy. Как только здесь наберется 1000 лайков, я разыграю эту монету. Ну что ж, друзья, всем удачи. Пока-пока.